Всех приветствую! Сегодня мы продолжаем цикл, посвященный сказкам Леонардо да Винчи. И у нас сегодня будет сказка, называется «Горностай». Однажды, когда лисица была занята трапезой, мимо пробегал горностай в своем великолепном одеянии. «Хочешь отведать моего угощения, приятель? Не стесняйся!» – предложила ему ненасытившая и подобревшая лисица. «Благодарю покорно!» – с достоинством ответил горностай. «Но я уже отобедал». «Ха-ха-ха!» – засмеялась та. «Скромнее вас, горностаев, не сыскать животных на земле. Какие же вы чистюли! Просто диву даешься. Едите раз в день и предпочитаете голодать, лишь бы не заморать свою шубку». Вдруг откуда ни возьмись, появились охотники. Рыжая молниеносно скрылась, только ее и видели, а горностай стремглав помчался к своему укрытию. Но солнце успело растопить снег, и норка горностая еще утром, такая опрятная и ухоженная, заплыла грязью. Белоснежный зверек несколько замешкался, стараясь не запачкать шубку, и вот тут-то был сражен охотниками наповал. Друзья, умеренность служит надежной защитой от пороков, и гордый горностай предпочитает скорее погибнуть, нежели запятнать грязью свою чистоту. Друзья, очень мудрая, добрая и красивая сказка Леонардо да Винчи. Знаете, конечно, это перевод на русский язык, но в любом случае чувствуется доброта, одновременно красота, пластика. Я вижу в этой сказке пластичность. Если говорить как художник, как иллюстратор, то это такой контраст белого, оранжевого цвета. Мне кажется, это очень интересно, очень на многие века. И мысли, которые сказал Леонардо да Винчи этой сказке, они очень тоже многогранны. Я не хочу много об этом говорить, я хочу, чтобы вы рассказали сами и поделились своими мыслями, друзья. Так что жду от вас комментарии, истории и ваши размышления. И будем продолжать цикл небольших сказок, а в дальнейшем я хочу коснуться темы еще пророчества. Друзья, всем пока, всем хорошего настроения. С вами был художник, педагог Федор Усачев.